Лохматая душа возникла в 2004 году. Все эти годы животные прибавлялись понемногу. Кого-то находили во врагах, кого-то подбрасывали, кого-то доставали самые из ям, из канализационных люков. Лохматая душа росла постепенно. Очень много малышей подбрасывали по ночам в коробках, невзирая дождь, снег, мороз. Иногда мы находили коробку с замерзшими малышами. Эти смерти на их совести. Но по-прежнему все эти годы продолжается подбрасывание. По-прежнему привязывают к заборам, к деревьям. Завели собачку. Стерилизовать лень. А ненужный помет нежеланный. Бросим соседу в огород. Вот так возникла лохматая душа. Полтора года назад приют разросся так, что возник вопрос о переезде. Разумеется, к этому приложили руку и доброжелатели. Люди, ночами подбрасывающие щенят и котят под наш забор, сами же начали писать жалобы на то, что животные мешают жить. Я прекрасно это понимаю, потому что иметь в центре города животных – это ад. Не только для окружающих, но и для меня. Как бы я ни любила животных, иногда просто хочется спокойно уснуть. Бросить их я не могла. И если ты один раз откликнулся, ты уже не сможешь отказать. Ты будешь готов принимать, помогать, участвовать и всеми силами пристроить. К сожалению, это трудно. Это безумно трудно, особенно у нас в России, где нет защиты для бездомных животных, где процветает живодерство. И мы не должны закрывать на это глаза и не должны уходить в сторону. Как часто я слышу слова: «Ой, я не могу на это смотреть! Ой, не показывайте мне то фото!» Но от того, что вы отвернулись, это фото не исчезнет, и боль животного не пройдет. Мы должны это понимать, потому что мы люди, мы в ответе за тех, кого приручили. Мы обязаны хоть как-то заботиться о них. Ведь это мы их плодим, а наигравшись выбрасываем. А они живые. Живые, ребята. По решению суда наш приют должны были вывести на живодерню. Нам дали полгода срок. Причем просто поставили нас в известность, и все. Не имея поддержки государства, не имея поддержки спонсоров, никого. Имея поддержку только наших бабушек, низкий им поклон, мы начали пытаться что-то делать. И в конце концов откликнулись люди. Мы переехали под Чехов. Мы выкупили 1 гектар земли, еще 2 гектара мы взяли в аренду. Строительство и переезд продлились больше года. Мы спешили. Спешили, друзья. И это чудо, что мы смогли переехать. Ребята, как вы понимаете, начинать в голом поле, под напряжением, под прессингом, это очень тяжелое состояние. И я благодарю вас за то, что в тот миг вы нас поддержали. Поддержали так, что появились силы что-то решать, кружить, делать. Я даже сама не ожидала, что люди так откликнутся. Честно вам признаюсь, я была в тот момент почти раздавлена. Раздавлена, потому что животные, они ведь не виноваты в наших проблемах. А проблемы в те дни, когда был суд, когда доставали проверки, когда каждый день приходили судебные исполнители. Это было страшно. И когда мы начали, как говорится, забили первый гвоздь, вы себе не представляете, я просто ожила. Я полгода не была дома. И только через полгода мне удалось съездить первый раз и начать перевозить животных. Полгода мы просто делали. Делали, добивались, заключали договора. Друзья, это было очень трудно. И я искренне благодарю вас за поддержку. За то, что вы были, есть, остаетесь с нами. Спасибо вам. Знаете, когда мы перевезли первых 300 собак, наверное, тогда я поверила, что все получится. Трудно было безумно. Никто не учил быть строителем, никто не учил быть директором. Было одно слово – надо. И как ни странно, все получалось. Но я все равно еще раз говорю, ребят, получалось только благодаря вам, благодаря вашей поддержке и помощи.
Я никогда не устану говорить вам спасибо. Наконец наступил день, когда мы вывезли почти всех. В грязях остались только инвалиды и послеоперационные животные. Остальные здесь. Мы строили быстро, бешеными темпами, как могли. Потому что нас подгоняли судебные исполнители и решения суда. Отдать моих малышей, отдать моих детей, пусть ушастых, но детей, на смерть и в живодернин, в тюрбунах. Нет, ребята, я бы, наверное, легла тогда рядом с ними. Не знаю, как кому, а для меня собаки – это дети. Я действительно их люблю. И ради них я не замечаю, когда трудно, я не замечаю, что замерзаю. Я не замечаю, что я устала, пока не дошла до подушки. Знаете, у нас в приюте очень много боли, потому что мы часто-часто подбираем больных, избитых, отравленных, искалеченных животных. Да, боли очень много. Но самое главное – это не заострять на ней внимание, а сразу ставить себе цель – спасти, помочь, облегчить. Возможно, поэтому у нас получается. О приюте я могу говорить бесконечно. Просто бесконечно, потому что мне это приятно, мне это нравится. Я люблю рассказывать о нас. Я не люблю просить помощи, но это необходимость. И это режет, это просто режет душу. Просить очень трудно, друзья. Но перевалив какой-то рубеж, ты понимаешь, ты же просишь не для себя. И вроде становится легче, и тем не менее тяжело, потому что не все понимают. Знаете, здесь подходит поговорка, что сытый голодного не разумеет. И это правда, друзья. Кому сыто, сидящему в тепле возле телевизора, захочется вспомнить о том, что какой-то там бездомный пес лежит в мокрой будке голодный. Правда? Или, как люди говорят, это не мои проблемы. У нас очень страшный с вами мир, разделен на какие-то куски. Не понимаю, вроде бы все рождены людьми. Почему же такое разделение сознания? Почему это происходит? В какой момент именно мы перестаем быть людьми и становимся бездушными, равнодушными? И это чуть ли не половина нашего населения страны. А другая половина, другая пытается уравновесить весы между добром и злом. Я не знаю, на какой стороне мы, потому что у нас боли много, страданий много, добра тоже много. Друзья, этот ролик, он чтобы показать, что у нас происходит, что у нас было, как мы начинали, как живем сейчас. И что нас ожидает? Хочется верить, что ожидает нас светлое будущее. Без веры, конечно, жить нельзя. И я верю. Я верю, что однажды все проблемы закончатся. И хочется верить, что эти проблемы закончатся при жизни. Сейчас я хотела бы объяснить вам ситуацию, что происходит у нас в приюте. Уже третий месяц мы сидим в очень жестких тисках, голодными. Голодными в том смысле, что мы едва-едва перебиваемся. У нас огромное количество подписчиков. К сожалению, помогают немного. А вот если бы махнуть волшебной палочкой и включить автоплатеж всем, без исключения, на 100 рублей, то и не было бы горьких слов, не было бы этих криков и воплей «помогите», потому что мы могли бы собирать на корм, не напрягаясь, не нервничая. Это о корме. К сожалению, я не вижу пока другого выхода. А значит, в ближайшее время вас все равно ждут мои ролики с криками, с просьбами о помощи. Как вы понимаете, тяга к своему углу есть у каждого из нас. Бездомные животные бесправны в нашей стране. Им необходим свой угол. Настоящий свой угол, не зависящий ни от каких настроений, ни от каких проблем. Да, многие приюты берут землю в аренду. Проходит 2-3-5 лет, и вдруг внезапно им говорят: убирайтесь, вашу землю продали. А ведь люди строились, люди надеялись. И животные прижились. Это был их уголок. И начинается ад. Именно поэтому я сейчас прошу вас. Друзья, нам нужна помощь, чтобы выкупить оставшиеся 2 гектара земли. 1 гектар мы выкупили. Осталось выкупить еще 2 гектара. Скажу сразу, друзья, земля покупается не на имя директора, не на мое имя и вообще ни на какое физлицо земля не покупается. Земля покупается на фонд. Директоров может быть сотня. Приют и фонд, они едины. И земля принадлежит только им. Документы оформлены на фонд.
Никто и никогда не посмеет отобрать землю у фонда бездомных животных. Земля пожизненно будет принадлежать бездомным животным. Это единственное, о чем я вас сейчас прошу, чтобы вы нам помогли. Ребята, давайте подарим ушастым нашим уголок защиты. Именно их уголок защиты. Для кого-то этот уголок станет пожизненным домом. Кому-то удастся уехать и найти счастье. Как только мы решим проблему с землей, у нас развернутся крылья. А значит, мы сможем построить красивый, просторный кошатник. Мы построим красивый, просторный и теплый щенятник. Друзья, нам нужно сделать отдельный, удобный, оборудованный карантин. Все это обязательно будет. Но сейчас, друзья, нам нужна земля. Земля, мои хорошие. И я прошу вас, не жалейте, не думайте. Даже ваши 100 рублей, они нам помогут. Давайте создадим счастье тем, кто сейчас рядом с нами. Пожалуйста.